ворот у «Динамо». Дани, у него высокая скорость, он бьет в ближний угол, гол! «Динамо» делает счет 2-0. Теперь «Динамо» забивает с игры. Дани сыграл очень здорово в этом игровом эпизоде. Пробил в ближний угол, в ближний верхний, теперь можно и плясать. А мы с вами смотрим повтор. Протащил мяч от центрального круга. Почувствовал, что он быстрее защитника ростовской команды. Рядом с ним находился Павел Могилевский. И едва войдя в штрафную, с левой хлестко пробил. Элемент неожиданности определенный. Гол Дани датирован 74-й минуты. Еще один момент. Португалец здорово играет. Забей, будет красота. Ах, какой гол! Просто фантастика. Высочайшая техника была сейчас продемонстрирована в концовке атаки атакующим полузащитником «Динамо». И счет становится крупным. Буквально через каких-то 2 минуты после того, как Дани забил свой первый гол, он отличился во второй раз. Динамовская торсида ликует. Ну а Дани, конечно же, артист. А какой гол сейчас он забил? Камбаров. Внедряется в штрафную, перед ним Моцарт. Можно делать счет 2-1. Дани так и делает, и «Спартак» вновь в неудобном положении. Я не хочу, опять-таки, восторженных тонов. Удар был замечательный. Второй мяч Дании в нынешнем сезоне. Он сравнивается по числу голов, забитых за свою команду, с Леандро Фернандесом. Ну и как-то так все спокойно и буднично у «Динамо» происходит в атаке. Это, в общем, серьезная проблема для «Спартака». «Динамовцы» в атаке. Дани, опасно. Удар в ворот. 1-0. Великолепная игра в одно касание. Ну, давайте причислим сюда соавторы мячей, забитого мяча Александра Кержакова. Великолепный удар Дани. И 1-0 «Динамовцы» повели. Вы знаете, уже на третьей минуте матча. Не дали возможности даже присмотреться к сегодняшнему сопернику, к обстановке. Здорово. Это Аршавин. Перевод направо. Денисов. Подача. И удар поворотом. 1-0. «Зенит» выходит вперед. Дани. Третий мяч в сезоне португальца и отменно разыгранная атака «Зенита». Посмотрите, сколько движения было у чужой штрафной и как перемещался мяч. Просто образцово показать. И Аршавин, конечно, здесь. Ну, значит, он так, так красиво упал, что мне показалось. Дани, удар! Вот это гол! А? Вот то, что мы говорим. Дани упрекаем, да, с вами тоже сегодня говорили, мол, он всегда ищет сложные какие-то решения. И вот сейчас он нашел такое сложное. Первым касанием подыграл, и вторым точно Амельченко не успел. Он прыгнул, но опоздал. 2-0. 2-0 Дани. Хусти. Ну, какой пас Дани. Дани в штрафной площадке, выход 1-1, но перекидывает. И 5-0. Это на последних секундах матча. 5-0. Ну, как доволен Дани. Но он герой матча сегодня, бесспорно. Бесспорно герой матча. А Кержакову куда вы денете? Ну, с тремя мячами. Один из героев. Но вы понимаете, когда 11 человек, то может быть несколько героев. Это вполне естественно. Лукович. Пас Дани, Дани в штрафной. Удар и гол. Великолепно разыграли. Ну, ничего не скажешь. Даже можно было отдать мяч, казалось бы, и Файзулину. Но в дальний угол точно Дани пробивает. Да, так «Зенит» легко начал, как будто и не было никакого «Шахтера». Посмотрите, какая скорость. Причем Дани, как здорово все
Лукович. Как пяточка отыграл сейчас мяч. Дани. А что, Родич ничего во втором тайме получше играет. Дани. И гол. И гол. От штанги мяч влетает в ворота. Прекрасная стенка, да? Вот «Зенит» поддавил. Ну, была инициатива на стороне «Зенита». И Дани забивает. 2-2. Что-то вот замены, которые сделал, да, какая-то вот эти замены, которые были. Бальде вошел в игру, да, и что-то потерялось сразу вот что-то в команде, в игре Кубани. Файзулин, вне игры нет. Файзулин обыграл. Рапотана, Дани. Удар! И гол! Ай да Дани! Хет-трик Дани! Какой гол! Размеренный, точный! А кажется, надо было выгнать хату для «Зенита». Вот в чем вся эта проблема. Для того, чтобы команда показала, что физически она хорошо готова. В десятером с 35-й минуты. Сергей Симак остался за главного с победой на трибуне. Но как сейчас Дани-то технично сыграл, а? Точно. Подождал, отдал ему мяч. Кришета. Халк входит в штрафную. Дани с мячом. Это уже удар поворотом и гол! Обводящий удар Мигеля Дани, и голкипер, ну, только посмотрел Николай Заболотный, но он, конечно, этот мяч не мог бы поймать. Но такая подкрутка – это мастерство бьющего. 1-0. Дзюба, Жуляно. Дани, выход 1-1. Удар, гол, Дани. Здорово, Дани. Подсекает мяч и, смотрите, в самую девятку. Да, рядом даже с боковой стойкой. Все правильно. На мой взгляд, то, что делает сейчас Ари, это чувствуется по его общению с короткому с скамейкой. Это как раз шанс завести игру. Он в эти стычки идет именно поэтому. Ну вот как красиво сыграл «Зенит». Браво, Дани! Дани, я думаю, сейчас аргумент себе для переговоров железобетонный выбил. Петра недавно родила дочку. Мы знаем, что прекрасные два сына, Бернарду и Францишек, у Мигеля родилась дочка совсем недавно. И это был привет семье сейчас на ваших экранах. Такой парашютик отправил он за шиворот Гилерме. Отличная передача с правого фланга. Здесь Игорь Смольников просто пробросил, убежал. Ну и здесь это Игнатьев, по-моему, был. Да, Игнатьев посмотрел просто футбол.